Вопрос утверждения бюджета городского округа Щелково на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов стал главным в повестке 70-го заседания Совета депутатов муниципалитета. Прежде чем принять решение, депутатским корпусом была проведена предварительная работа. На постоянных комиссиях рассмотрели муниципальные программы, которые определяют основные направления финансирования. Ранее в администрации округа состоялись публичные слушания. Бюджетная политика направлена на реализацию ключевых приоритетов социально-экономического развития. Сформирована на основании показателей государственных программ Московской области и муниципальных программ. Изучив и детально проработав вопрос, депутаты приняли решение. Большинством голосов утвердили бюджет. Важным вопросом в повестке стало и утверждение перспективного плана работы депутатов в 2024 году. Так продолжится нормативно-правовая деятельность, проведение личных приемов, активная работа с населением, взаимодействие с органами исполнительной власти. Также на заседании было принято решение о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в устав городского округа Щелково. Против? Воздержались? Принято единогласно. В конце заседания по традиции были утверждены списки награждаемых почетными грамотами Совета. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.